Приветствую вас на канале. Сегодня у нас появилась определенная задача. Есть задний двор у дома, здесь будет находиться вольер у собаки, и здесь она будет, собственно, бегать. Но проблема вся в том, что ландшафт очень кривой и своеобразный, и большой покат к дому. В общем, сложность в том, что сюда большая техника зайти не может, так как вы сейчас увидите, за домом здесь... Там прям места мало, а там тоже работа предстоит отсыпать. И сейчас мы снимем грунт, здесь снимем грунт, насколько это возможно, и выровняем уже участок более-менее для того, чтобы в дальнейшем здесь посеять газон. Еще проблемка, здесь был убран жесткий бассейн, чаша бассейна, поставили простой каркасник, и нужно эту яму, скорее всего, тоже засыпать. Поэтому это тоже задача. Этой землей, которая есть здесь на заднем дворе, мы это будем сейчас делать. В общем, мы убираем сейчас весь металл, подгоняю погрузчик, засыпаю это все в ковш и увозим туда, куда нам его необходимо пока складировать. А там же его вывалим. Это, кстати, тоже очень удобно, чем таскать это все на руках. Это первая задача, но давайте начнем с нее. Здесь неподалеку, буквально в двух шагах на этом же участке, находится строительный объект в виде гаража и хозяйственных помещений. Сюда мы увезем все леса, которые там есть. Ну и начнем уже планировать.
Вот такой вот незамысловатый, интересный, на мой взгляд, сюжет у нас получился сегодня в выпуске. Что могу сказать? Тяговитость погрузчика сравнима с небольшим трактором. Хотя он погрузчик, он вроде как не претендует на тракторные все эти возможности и нюансы. Но тем не менее, видели, как он тащит? Я на самом деле, когда брал вилочную навеску эту с захватом, я думал, что я смогу его поднять. Почему-то в моем понимании было, что вес там небольшой. Но потом, когда я начал вспоминать, сколько туда бруса использовано в эту будку, вспомнил, что мы, когда ее тащили на место дислокации, мы тащили ее вообще на снегоходных санях за мою машину, и она испытывала небольшие нагрузки. И уже на месте мы ее апгрейдили, добавляли у нее USB-шки, добавляли уже нижнюю плиту и так далее. И волоком тащить на себе, буксуя, но делая свою работу, производитель, ну, по-русски производитель, по-английски maker, сделал, я считаю, на ура. Друзья, но в данном случае это все, что я хотел вам показать. Осталось нам построить только забор вольерный, и собака будет защищать вот этот сектор. Мои замечательные подписчики могут спросить меня: Денис, а зачем ты так на галерку сбагрил свою любимую собаку? Друзья, проблемка произошла такая. В общем, песель мой начал агрессировать на детей. Не на моих, и на моих, кстати, тоже. Вот. И был вариант вообще обнуляться, либо просто его сослать в Сибирь. Что мы и сделали. То есть днем он будет гулять по всей территории, а по ночам он будет охранять только периметр конкретно дома. Днем я имею в виду, когда нас дома нет, потому что когда мы дома, сын его уже начал побаиваться. Джек может в любой момент агрессировать. Не знаю. Мы позвонили заводчикам, заводчики сказали, что такая ситуация у них, у нее была уже у предыдущего пса, ну, из предыдущего потомства. Поэтому какой-то удар в генах. Это, я думал, может быть, мое какое-то жесткое воспитание. Нет, на самом деле это что-то с генофондом. Поэтому сама заводчица говорит, я бы обнулила, но я не решаюсь. Короче, будет жить на заднем дворе. Будку переставили, поставили очень хорошо. Вроде и с нами. Вроде и вот. Ладно, братцы, все, это был очень долгий, но интересный видос. Потратили мы на него сегодня, на все это мероприятие около, ну, вообще с перерывами, потратили день. Но, ну, как полностью потратили день. Но если говорить о перерывах, то, наверное, всего лишь, ну, вот это первое движение час, не больше. И второе движение, вот, которое сейчас сделали, тоже, наверное, ну, минут 30, полтора часа. Сколько бы я это делал руками или сколько бы я заплатил за ручку? Сюда ей было бы тяжело. Во-первых, к бассейну бы ей не подъехать. Ну, там свои есть проблемки. Во-вторых, уже было бы здесь тяжело. Ну, короче, сделали. Мне нравится. Очень даже неплохо. Джексона теперь привязывать на цепь даже не придется. Он будет бегать спокойно по территории. Я считаю, я ему ее подготовил очень хорошо. Так, все, болтологии конец. Кто слушал, молодец. Друзья, увидимся с вами буквально через несколько дней. Рад был вас видеть. Все, пока, пока.